В экспозиции «Дом станционного смотрителя» в Литературном музее «Дом Языковых» представлен необычный предмет – сундук-гардероб. Он похож на старинный дорожный чемодан, но полностью выполняет функции гардероба. Это один из предметов, которым пользовались путешественники 19-го столетия. Сундук интересен тем, что в левой его части находятся 5 подлинных деревянных плечиков для рубашек и платьев, которые на протяжении всего путешествия оставались отутюженными, и в любой момент их можно было надеть. В правой части сундука гардероба можно увидеть несколько выдвижных ящичков. В них складывалось белье и обувь. Нижнее отделение предназначалось для шляп. Как раз размером шляпного отделения отличались мужские и женские варианты таких сундуков гардеробов. В мужских вариантах оно было больше, так как мужчины 19-го столетия носили высокие головные уборы, цилиндры.